2 миллиона долларов, 1 миллион рублей золотыми и самолет в Израиль. Таковы требования террористов, захвативших автобус с детьми. Паша, это я, Тамара. Томка, ты откуда? Я за тобой еду. Ну и молодец. Жена всегда должна следовать за мужем. Как ниточка за иголочкой. Нет, я с тобой не полечу. И тебя хочу отговорить. Ты какое-то безумие затеял. Остановись. Освободи детей. Если вы это сделаете, вас не посадят. Слышишь? Не уговоришь. Разговор кончаю. Все. Кто же победит? Добро или зло? Фильм, основанный на реальных событиях. «Взбесившийся автобус». 28 июня в 22:00 на телеканале «Самара ГИС».